такая завораживающая, я останавливаюсь, не снимаю, потом опять начинаю снимать, потому что не хочется пропускать. Обычно я все до конца снимаю, сейчас памяти уже не хватает. Но оно горит еще 30 минут, то есть я могла тут еще несколько техник провести и не спешить так, как я спешила. Быстренько рассказывая предыдущую, прямо онлайн провести. Наверное, так и сделаем в следующий раз, когда память почищу. Вон кристальные огонечки появились. Кстати, оно себя ведет по-другому, когда снимаешь. Прямо кот Шрёдингера. Когда на него смотришь, ты же уже сливаешься с ним, энергии добавляешь, и оно с тобой в унисон танцует. То есть уже работает исключительно, ну, в общей задаче, не просто огнем, а в этих намерениях. Все равно не могу снять там послойность огня, он как шатер, много слоев. Ой. В общем, глазами видно больше слоев, больше вуалей таких, прям многомерненько. Ну вот остались творческий огонь, кайф от работы и мощный финансовый поток золота. Горят себе долго, ровно так, как мы и планировали. Может, есть смысл так и запомнить это. Не утихающее пламя, а вот такой вот мощный, стабильный, уверенный поток, который, несмотря ни на что, горит уже вот 30 минут, когда все потухло.